Бесплатная дегустация в центре Тбилиси, столице Грузии, открылся фестиваль еды и фастфуда. Мастера местной кулинарии утверждают, питаться быстро можно, но лучше это делать вкусно. Наш корреспондент Михаил Рабакидзе выяснил, каким блюдам отдают предпочтение местные жители и туристы. При всей популярности традиционных грузинских блюд, острых и с приправами, классический фастфуд тоже никто не отменял. В Тбилиси стартовал фестиваль под необычным названием «Уличная еда 2019». Любители быстрого перекуса тут как тут. У павильонов очереди, свободных мест за столиками не найти. Газировка, фри, бургеры, питание правильное или нет, здесь не суть дела. Главное, все на бегу. У меня ни разу не было неприятных случаев. Ну, опасно, если руки не мыть, тот, кто делает. Если там все хорошо и следят за этим, пускай на здоровье. Я не боюсь. У нас мексиканская кухня. Она такая же острая и пряная, как грузинская. Есть сходство, поэтому гостям нравится. Хинкали быстрого приготовления и такого же быстрого поедания. Николай Сараджев придумал мини-версию популярного блюда. Размер сократил вдвое. Есть стало проще. В большом хинкали очень много сагу. Его для туристов, приезжих, которые не знают точно, как кушать, чтобы этот сок не разлился, был очень комфортно, маленькими размерами. Вот так. Кахетия, село Велисихи, в этом этнографическом дворике все для туристов. Фастфуд натуральный, полезный и сытный. Далеко быстро и вкусно приготовит хачапури и сулгуни, а ее внуки позаботятся о хинкали и шашлыке. Семья Матиашвили превратила старый двор в источник прибыли. Здесь угощают гостей, приехавших в Восточную Грузию, и проводят кулинарные мастер-классы. У нас много достопримечательностей. Туристы часами колесят по региону, хотят перекусить. Было бы очень смешно, если бы мы предлагали им какие-то заокеанские бутерброды или другие блюда быстрого питания. Это же Кахетия, где такое изобилие своих жемчужин кухни, что чужие не нужны. Идут навстречу даже желающим похудеть. Ноу-хау Гии Агерба вернула в здоровое меню хачапури по-аджарски. Если раньше калорийность выпечки многих заставляла сказать блюду «нет», сейчас другое дело. Я сам очень люблю хачапури. И мои домашние тоже любят. Оно очень сытное, особенно когда добавляешь под конец масло. Поэтому я решил избавить лодочку от лишнего теста. Оно вырезается под конец. Остается лишь хрустящая корочка. Моему примеру последовали многие. Тем самым популярность хачапури по-аджарски подскочила. Кстати, каждый житель Грузии хотя бы раз в неделю съедает хачапури. Что касается заморского фастфуда, то лидирует шаурма. Доступна по цене и готовится быстро. А вот безопасность ингредиентов на совести владельцев торговых точек. Только за последние полгода в Тбилиси закрыли более 40 палаток, где готовили шаурму сомнительного качества. Михаил Рубакидзе, Хричеса Мадашвили и Бесоми Кукишвили. Мир 24.